Автор – Насипкалиева Ания Азельбековна. Категория – малый и средний бизнес. Министру юстиции Имашеву. Здравствуйте. Вопрос такой. Требует ли государственной регистрации или нотариального удостоверения учредительный документ малых предпринимателей? Благодарю. Уважаемая Ания Адилбековна, рассмотрев ваше обращение, сообщаем следующее. В соответствии со статьей 6-1 Закона о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, для государственной регистрации юридического лица, относящегося к субъекту малого предпринимательства, в регистрирующий орган учредителям подается уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан. Государственная регистрация юридического лица, относящегося к субъекту малого предпринимательства, может быть осуществлена посредством подачи электронного уведомления, которое заполняется на веб-портале электронного правительства. Таким образом, уставы, положения юридических лиц, относящихся к субъектам малого предпринимательства и их филиалов, представительств в процессе государственной регистрации не предоставляются. А сейчас идет работа по разработке региональной карты развития Казахстана. Надо сказать, отметить, что данная работа идет во всех регионах Казахстана, 16 регионов разрабатывают свои карты. Ключевые задачи – формирование ниш, структуризация бизнеса и определение специализации. То есть карта регионального развития для бизнеса – это будет как направление для потенциальных предпринимателей в развитии собственного предпринимательства.